Зайка, да. А ты еще долго? Ну, я говорил, мне надо минут 10, чтобы музыку отшлифовать. Ну, ты это говорил минут 7 назад. Минуты 3 назад, у меня вот таймер сверху висит. А как эта игра называется? Heroes of the Storm. Это те же сволочи, которые сделали Hearthstone. И ты пропал. Чуть-чуть. Ну, давай, я тебя жду. Чего? Я сделаю влог и всем покажу, чем ты занимаешься. Позор. Всем привет, с вами Даша, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас всех видеть. Я хочу несколько дней поснимать и потом слепить это в какой-то один влог. В общем, может это будет недельный влог, может это будет влог нескольких дней, посмотрим, еще не знаю. Так что, если вам интересно провести время со мной, то продолжайте смотреть, я желаю вам приятного просмотра. Нам вчера привезли огромный шкаф-купе, трехметровый. Конечно же, я очень довольна, но теперь наша комната похожа на склад мебели, потому что стоит вот эта старая мебель Black Red and White, стоит у нас еще огромный шкаф допотопный Советского Союза времен, шкаф-гроб я его называю. В общем, так что теперь надо куда-то девать всю эту мебель, как-то избавляться. У меня сегодня на голове черти что. Я сегодня упустила вот этот вот момент, когда волосы уже практически высохли, но они еще влажные, и феном можно придать им форму. Просто как-то я пропустила этот момент, и они высохли самостоятельно, и теперь они куда хочу, туда торчу. Мы только что были на рынке, накупили там кучу-кучу всего, всяких фруктов, ягод, овощей. 4 килограмма гороха! 4 килограмма гороха. Моего любимого. Так что хотела вам сказать, если вы живете в Киеве, то на Виноградаре самый дешевый рынок, самый большой выбор, поэтому обязательно едьте на Виноградарь. Круг на проспекте Свободы. Да, круг на проспекте Свободы, потому что хорош тут рыночек, конечно, и мы уже знаем всех. Извини, я пропускал товарища, показывал ему это. Блик или клик. Так, не надо меня кликать. Ну алло, кликер сломает. Смотрите, домик покрашен в цвет облаков. Так классно, его еще не закончили до конца, но скоро сделают полностью. Очень красивая, очень классная идея. Мне нравится. Кися, я хочу цепочечку со своим именем. Такую тоненькую, и чтобы очень нежно было написано мое имя, и в одной из буквок был камушек. Желательно приятно. А я хочу Феррари, и чтобы в одном из дисков, нет, один из дисков был покрыт Сваровски, левый задний. Окей, ты запомнил, какую я хочу цепочку? Серебристую с моим именем, Женя. И гвоздик посередине. Куда? Нет? В грудь? В грудь, да. Было удобно пристегнуть, чтобы не потерялся. Ужас какой. Вот. Хочу такую цепочку. Угу. Только я даже не знаю, я хочу, чтобы там было написано Даша или Дарья. Я когда работала с французами, они называли меня или Дарья, или Даша. И приучить их говорить нормально было нереально. Это ничего, а меня американцы называют Л'Евген. А чего Лу? Вот меня, когда получал я загранпаспорт, мой транскриптор, который за меня отвечал, написал меня И-Евген через I с точкой. И получается, когда ты пишешь свое имя с большой буквы, то буква И превращается в палочку. И, соответственно, палочка L от палочки I глазом очень сильно плохо отличается. И поэтому получается, меня все называют Л'Евген. Я ржу, но я не исправляю. Хай будет Л'Евген. А ты говоришь, я не Л'Евген, я И-Евген. Я один раз попытался объяснить политику партии, понял, что всем это объяснять тяжело. Продемонстрировал таланты, полученные в хоре радио и телевидения Украины в 9 лет. Там, где ты был звездой.
Да. И там, где вас показывали, по-моему, да, один. А меня... Самому лоховскому в Киеве, да, каналу в Украине. А меня, да, редко. Потому что я был маленький и не помещался в телевизор. Это если как сейчас, современные телевизоры, которые широкие, я бы помещался. Это чепялька. А из-за того, что раньше телевизоры были квадратные, то вот все, кто стояли справа и слева, они не помещались. Я же не знаю, как ты жил. Да, жил и плакал, потому что когда показывали наш хор, я всегда был вне, там, левее. В районе шкафа какого-нибудь или тумбочки, которая стояла рядом с телевизором. Ну я то, когда пела в хоре и была солисткой, я стояла в самом центре, самая первая. Кто нашел училась? Кто лев? Да. А мы сейчас едем чебуреки кушать. Ну, вернее, мы их заказали. И сейчас едем их забирать. У нас тоже... Слушай, у нас такое получается, рассказываем про Киев. Да? Угу. Интересно. Ну, так клево. Вот, у нас временно уже, к сожалению, им приказали отбыть. Из Крыма приехали крымские татары, открыли на рынке на Подоле чебуречную. Сейчас только я не помню, как она называется. Будем проезжать, скажу вам. Вот, и у них безумно вкусные чебуреки. Такие вообще никто в Киеве не делает, не знаю. Вот именно как в Крыму, вот такие же вкусные по старинным рецептам в каменной печи. Вот, и, в общем, мы их заказали. Там нельзя просто прийти и купить чебурек, потому что всегда сумасшедшая очередь. Ты звонишь по телефону, говоришь, какие ты чебуреки хочешь, они их готовят и говорят, ваш заказ номер такой-то, приезжайте к стальки-то. Номер 6018, да. Приезжайте через 2 года. Да-да-да, вот. Ну, то есть обычно там полчасика где-то вот так. Вот ты посмотрел, как они называются? Посмотрел. И? Вера, Парас, Фора, Форса. Не Сефа? Нет. Софа, Софа. Софа? Софра. Софра? Да. Софра, они называются Софра. Путем добавления и убирания букв в течение 10 минут. Перемена мест слагания. Да. И смена одних букв на вторые, мы наконец-таки... Смотрите, какая послала. Сколько такая упаковочка? 45, что ли? 45 гривен тут в 2 ряда. При том, что она очень свежая, очень вкусная. У нас пахлаву еще продают всяких сельпо, в общем, в супермаркетах. И там она стоит, я не знаю, раз в 10, наверное, дороже. И она там не вкусная, сухая, не свежая. А тут просто вообще она тает во рту. Да, так что я сегодня... Они в руках. И в руках тоже она, кстати, тает. Так что я сегодня себе позволю разгуляться и покушать всякой гадости. Но я еще ничего сегодня не ела. И после этого больше ничего есть не буду. Я ем раз в день. Ты, главное, не чаще. Главное, не чаще. А то, что вообще... Да поправлюсь. Вот эти домики новые, очень красивые. У тебя сегодня тур по новостроечкам? Да, построили такие, они симпатичные. Мне нравится. Как у нас, на дороге. Ну, место, да, на дороге. Ну, там их очень много еще вглубь вон уходит. В общем, прикольно. Мне нравится. Вот так выглядит янтык. Это печеный чебурек. И вот так выглядит обычный чебурек. Это жареный. В общем, будем сейчас лопать. Кто написал? Кто написал на входном коврике? Бель, тебе не стыдно? Разве можно писать на входном коврике? Посмотри на меня. Ты мазун, малой, ты малой мазун. Нельзя писать на коврике, нельзя. У тебя пеленки для этого есть. Где маникюрчик со стразами?
Теперь ты верная собачка, да? Всем привет! У меня уже следующий день. Я только что позанималась по тренировкам Танюши Go to Slim. И сейчас выпью вот такой вот смузи. У меня тут клубничка и бананчик. Кстати, сделала себе вчера вот такой вот маникюр, но у меня отвалился вот с этого пальца камушек. Так что выпью смузи, схожу в душ и приклею камушек обратно. Маникюр делала я сама. Кстати, обломала вот этот большой ноготь просто под корень, поэтому приходится сейчас ходить с короткими и потихоньку отращивая вот этот вот большой пальчик. В общем, да, так что делаю себе смузи и бегу в душ. Сейчас я еду на открытие корнера NYX Cosmetics, которая проходит в торговом центре Sky Mall. Косметика NYX официально зашла в Украину, и сегодня они проводят такое интересное мероприятие. Они пригласили помогать известных печатных блогеров. Будет Диана Суворова, будет Лиза Краснова, и, если я не ошибаюсь, будет Аня Носок, по-моему, еще. В общем, еду сейчас пообщаться с девчонками, еду прикупить себе что-нибудь от NYX, потому что сегодня скидка до 15%, и также поснимаю для вас, как это все выглядит у нас, как это все представлено. Наверное, буду закругляться, буду с вами прощаться. Очень надеюсь, что вам понравилось провести со мной время, и вы приятно его провели, и надеюсь, что вам понравился этот влог. Если так, то жду вашего пальчика вверх. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Все, пока-пока.